На прадпрыемствах Гомельской области проходят сходы працоўных коллективов, на яких працаўнікі выказывают свои адносіны до ситуации в Украине. Сегодня по час технічнага перапынку позицию у падтрымку стабильности выказали у акционерным товарыстве «Гомсельмаш». Наши корреспонденты ведают, об чем шла размова. У акционерном товарыстве «Гомсельмаш» зараз напруженный час. У минулым месяце, например, тут зарабили 200 комбайнов. Таких объемов у акционерном товарыстве не было уже недзе 7 годов. Коли мерковать по распрасованных планах, как минимум до листопада, придется працовать у таким же рытме. Причем размова не только о поставках, но и внутренний рынок. 20 комбайнов накировали навод у Зимбабве. Зараз туды рыхтуется еще одна партия гомсельмашовских машин. Правда, сами працовники на загруженность не скардятся. У нас есть перспективы, а тому есть у упевненность у завтрашнем дні. Такие слова можно почуть во всех цехах. На сегодняшний день в нашем цеху горячая пора. Идет плановая отгрузка машины 12-18-1 отечественному потребителю на Витебскую область. Для выполнения данного графика отгрузки рабочие работают в полуторасменном режиме с загрузкой более 200%. Сменосуточное задание на сегодня составляет минимум 10-12 машин. Своим примером в работе мы предлагаем всем трудиться, а не выходить на массовые беспорядки. Мы за процветающую Беларусь. Мы хотим, чтобы наши дети и мы жили в мирной стране. Агульный сход працаўнікоў зборочно-здатачного цеха по часе не вельми протяглый. Размова об мерах, якія администрация прямая по загрузцы могутностей у зимовый период и принятие звороту. У республики завершилась президентская кампания. Народ зарабил свой выбор на корысть мирной и квітнеючай Беларуси. Але в Украине знайшліся силы, якія імкнуцца перашкодить нашему поступальному развитию. У гэты период испытал важное значение мая консолидация усіх здоровых сил грамадства. Тысячный коллектив «Гомсельмаша», как и абсолютная большинство наших сограмадян, подтримливая выники выборов и выступая за мир и спокой, за стабильность и будущее наших детей и внуков. Мы лишим, что досягнуть взаиморазумения и консолидации громадства при допомозе в уличных протестов немахчима. Нас шмат, мы розные, але Беларусь у нас одна. Говорится у звороте. Прошли выборы. Все, определились. Каждый отдал свой голос, за кого хотел. Никто никого не принуждал. Так что я считаю, что нам нужно работать. И весь этот хаос, который происходит в Белоруссии. Да, я сам проехал всю Белоруссию раньше, служил, да, и Брестскую область, и Гродненскую. У нас красивейшая страна, красивейшая. И я хочу, чтобы она оставалась для моих внуков и дальше, кто после меня будет. Не хочу этого хаоса, не хочу этого разбоя. Сейчас есть работа, дается возможность заработать. Работайте. Я сам по 12 часов другой раз, ну, нужно поработать. Вопросов нету. Это и деньги наши, и благосостояние. А то, что сейчас на площадях там выступают, там митингуют, это, мне кажется, проплаченные люди. И я не хочу этого. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадо компания «Гомель».